Дан-Марте 4 марта 2023 года. И уже совсем вечереет, но прекрасная погода. Сегодня температура была 35, вчера была 38. Посмотрите, какая красота, какие тесомки. Я двигаюсь сюда. Вот. Здравствуйте. Привет. Алматинец, привет. Из Алматы? Тоже. А как ты попал сюда? Из Алматы? Как все. Не, из Алматы прямо сюда? Прямо из Алматы. Не понял, а где живешь? Да, в Нью-Джерси. Я в Америке с 94 года. Как Зоя, как Зоя. А как тебя зовут? Люда. Люда какая? Люда. Ну, у нас много Люд. Фамилия как? Ну, теперь уже не какая, а вообще Ефименко. Фоменко? Ефименко. Ефименко. Я Борис Ефимович. Ефимович? А что значит теперь никакая? Нет никакой фамилии? Ну, теперь американская фамилия. Какая? Плессис. Как? Плессис. Оно больше французское. Окей. А где ты жила в Алмате? Подождите, сейчас вспомню. Забыла, где жила. Орбита у меня тетка жила. Орбита 3, что ли. Да? Сайран. Я Гагарина Шмелева жил. Я уже улиц вообще не помню. Ну, как казак Вильм ехать. О, ребята, здрасте. А я всех снимаю. Ты кто? Можешь это понять. Вот и понял. Зато да все позднили. Мы очень давно, мы из Советского Союза. Сколько? Мы из Советского Союза. Так мы тоже из Советского Союза. Вы когда? Мы в Израиле еще жили. Мы уехали в 1989 году в Израиль. А это не страшно. Но у вас мы сегодня... Мы 7 лет жили в Израиле, а потом приехали в Канаду. Ну, прекрасно. И вы тоже с ними? Вы с ними вместе? Так подожди, кто кого вызвал? А, нет. Мы здесь уже друг друга вызвали. Вы здесь на корабле? Из Москвы. А как ваше имя? Наташа. А меня капитан Борис. А меня Володя. Наш. Володя? Вы просто... наш капитан? Ну, я не ваш капитан. Ну, вообще. Ну, вообще. Ну, не Джема капитан. Так что самое интересное, у вас red face. Да, у нас... А ну, а покажите шею. У нас говорят реднеки. Реднек и рекфейс. Ну вы хорошо загорели. Это рабочий класс. Мы не загорели, мы обгорели. А вы обгорели. Ну если вы еще смеетесь, значит вам еще все впереди. Ну рад знакомству. Да, очень приятно. Мы увидимся. Вы из Нью-Йорка? Нет, мы с корабля. Мы живем всю зиму на корабле. С ноября, с декабря до мая. До мая. А в мае куда? А в мае мы между Нью-Йорком и Канадой есть апстейт Нью-Йорк. Апстейт Нью-Йорк. Между Нью-Йорком и Торонто. 3 часа от Нью-Йорка, 5,5 до Торонто. А вы где живете? Мы в Торонто. О, так мы увидимся. А вы из Нью-Йорка по 87-й ездили на машине? Ну, мы ездили на автобусе, на машине, да. Ну, мы летаем, но мы ездили через Баффало. Мы ездили. Это недалеко от Баффало? Ну, нам от Баффало 1,5 часа. Ну, рад знакомству. Мы еще увидимся. Часто вы круизничаете? Да, мы с Норвегией постоянно. А вы здесь, кстати, будете? До какого вы сказали, вы до мая? Так мы с вами увидимся. Мы... Следующий круиз вы тоже здесь? Но мы не следующий круиз. Мы едем с Джемом. Вы в Джеме. Нам в Джеме все время, да? Нет, мы меняем. Мы с Джемом 15 апреля едем в Трансатлантик в Риге. А 16 апреля? 15. На каком? На вот этом. На этом? На Джейме. Сколько? 15 дней? 15 дней. А потом вернетесь? Ну, а потом мы 5 дней будем в Риме, а потом мы летим обратно. А вы вдвоем едете или нет? Да. Да? Сколько вам обошлась? Вот здесь вот комната и сколько там? Здесь где? На этом корабле. А где там? На Трансатлантике там. Я говорю, сколько вы заплатили за комнату? У нас канадский счет, нам трудно сказать. Какая разница? Доллар. Давайте канадские.
Нам обошлась штука у нас. Но у нас инсайд кабина, у нас не... Ну, неважно, у нас тоже инсайд. Мы не помним, мы хотим, поехали. Ну, приблизительно, ну, $100, $200, сколько стоит? Ну, где-то вот этот круиз обошелся, наверное, около 3000, 2800 канадских. А трансатлантик тоже где-то около 3000 канадских. Окей. Я вас научу, как сделать с любого круиза 25% дисконт. Я вам дам веб-сайт, сейчас закончу видео. Я знаю, это если пользоваться карточкой специальной, да? Нет? Другая вещь. Ой, скажите... У Зои спросите, я сейчас вернусь. Посидите. А минуточку. Вы будете в Джейми на трансатлантике? Наверное, на Breakaway будет. У меня Latitude Sapphire, но мы вдвоем партнеры международного круизного клуба, это очень важно. В 190 странах этот круизный клуб. Я вам расскажу, как мы 25% изначально, мы сейчас за круиз платим $95. Я вам расскажу. Всего? За год. Я вернусь сейчас. Ну вот так вот встреча с земляками. Красота. А небо еще голубое. Этот наш круизный корабль. А это спортивная площадочка. А здесь красотулечка. Да? Смотри, какая красотулечка. Все в огнях. Краса. Наш корабль. Я не пойду вокруг. Красотулечку эту покажу обязательно. Это Norwegian Jim. Ну хорошо. Пока. До встречи. Bye-bye.